Чувашская делегация принимает участие в работе 15-го съезда партии «Единая Россия». Его первый этап откроется завтра. В рамках Всероссийского форума на дискуссионных площадках обсудят проблемы образования, здравоохранения, промышленности, развития транспортной инфраструктуры. В Москве работает наша съемочная группа. В рамках работы съезда будут развернуты 10 дискуссионных площадочек, где будут рассмотрены, обсуждаться самые важные вопросы, злободневные вопросы нашей жизни. Наши делегаты примут участие на всех площадочках. Я уверен, что в рамках этой работы нам будет что взять на заметку, на вооружение. Нам есть чем поделиться со своими коллегами. Ну и 6 числа будет пленарная часть, где нам нужно будет утвердить дату проведения предварительного голосования. Скорее всего, это будет 22 мая. Утвердить положение и регламент предварительного голосования и внести определенные изменения в устав партии.